Северо-западная промзона. Сейчас это пустырь. В будущем здесь планируют создать промышленный кластер, который даст Химкам 28 тысяч рабочих мест. Но до этого территория должна быть приведена в порядок. Это обсудили на общегородском совещании с главой городского округа Дмитрием Волошиным. В ноябре прошлого года глава поручил провести инвентаризацию территории, выявить статус участков и их правообладателей. Сейчас проверили около 80. Большая часть из них самовольно захвачена или используется не по назначению. Проблемы с нерадивыми владельцами пробуют решить своими силами через комиссию по самовольному строительству. Там нет никаких налогов, никто их не платит. Незаконное строительство и конструкция тем более. Но для того, чтобы качественно наши юристы, я прошу обратить внимание, координировали эту работу с прокуратурой, то есть не завалите прокуратуру вот этими 55 делами. Мониторинг этой территории проводят каждую неделю. К лету планируют проверить оставшиеся 328 участков промзоны.